Уголовный розыск Главного управления МВД Московской области совместно с полицейскими Люберец и Росгвардией задержали подозреваемых в вымогательстве. По предварительным данным, злоумышленники под предлогом выплаты несуществующего долга требовали от предпринимателя 5 миллионов рублей. При этом угрожали применением насилия. Спецоперацию сотрудники полиции провели в Люберецком кафе. При передаче части требуемой суммы в размере 500 тысяч рублей один из подозреваемых был задержан. Второго соучастника наши сотрудники задержали в городском округе Красногорск, когда он следовал на автомобиле к себе домой. Следственным управлением межмуниципального управления Министерства внутренних дел России Люберецкое возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.